10-летний велосипедист попал сегодня под колеса «Лады Калины» на перекрестке улиц Восстания и Восход. Он пересекал проезжую часть по зебре на зеленый сигнал светофора, но со своего железного коня при этом не слез. И его появление на дороге для водителя стало полной неожиданностью. О его состоянии и мнении участников ДТП расскажет Нафиса Минязова. Серьезное медицинское вмешательство пострадавшему не понадобилось. Он отделался лишь ушибами и ссадинами. О том, что произошло с сыном, отец мальчика узнал от полицейских и тут же приехал на место происшествия. Мужчина считает, что во всем виноват водитель легковушки. Ну, а как вы считаете, на зебре человека сбивает, на зеленый свет переходит? Кто прав? Мальчика, управлявшего велосипедом, сбила «Лада» на перекрестке улиц Восстания и Восход. Он пересекал проезжую часть верхом на своем железном коне. Был без сопровождения родителей, поэтому пассажирка отечественного автомобиля уверена, что вина лежит не только на автомобилисте. На велосипеде очень быстро поехал. Родители не научили его ездить нормально, ходить. Велосипедисты на пешеходном переходе обязательно должны слезать со своего двухколесного транспорта и переходить дорогу пешком. Только в этом случае они считаются пешеходами. Не сделал этого, остаешься водителем со всеми вытекающими последствиями. Кто виноват в произошедшем, будет известно уже после разбора. Поскольку мальчик переезжал проезжую часть и не спешился, возможно, будет обоюдная вина. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, вызов 112.